Движение Жана Люка Меланшона «Непокорная Франция» добилось первых значительных успехов в создании левой коалиции к парламентским выборам. О присоединении к новому народному экологическому и социальному союзу объявила коммунистическая партия. Соратники Меланшона ожидают и объединения с социалистами. Они принимают историческое решение, а ведь социалистическая партия, возможно, в большей степени, чем другие, чувствует ход истории. Мы молодое политическое движение. Они знают, что есть возможность создать новый народный фронт. Теперь к нам присоединились экологи Европы, Зеленые и коммунистическая партия. Я надеюсь, очень скоро так можно будет сказать и про социалистическую партию. Заняв третье место в первом туре президентских выборов, Жан-Люк Меланшон призвал левые силы сплотиться для завоевания парламентского большинства. В непокорной Франции уверены, что могут лишить переизбранного президента Эммануэля Макрона поддержки национального собрания. Между тем, в рядах социалистов идея такого союза вызывает серьезные разногласия, которые грозят расколом. Бывший президент, социалист Франсуа Олланд, заявил, что одна из старейших партий в итоге и вовсе может прекратить существование.